Комплекты ключей от новых квартир получили 35 мирнинских семей. Новое здание возвели на месте ветхой двухэтажки по программе переселения граждан из ветхого аварийного жилья. В открытии дома приняли участие представители правительства Якутии, администрации района и города, делегации от компании «Алроса» и съемочная группа наших коллег. Часто звучат непрофильные активы, как имя нарицательное уже стало, там непрофильные активы компании «Алроса». Но это далеко не плохо, программа по выходу из непрофильных активов компании, потому что взамен люди получают профильные активы. Например, этот дом. 35 семей. Этот профильный актив ждали долго, некоторые десятки лет. Раньше им приходилось жить в аварийной деревянной двухэтажке, но уже сегодня они переедут в новые квартиры. Мы довольны, в принципе, что администрация заботится еще, компания помогает. 30 лет мы ждали этого события, мы в старом доме жили. Сейчас довольны очень. Строительство велось по специальной программе переселения граждан из аварийного жилья. Финансирование строительства совместное. Свою лепту внесли правительство республики, город Мирный и компания «Алроса». Согласно программе, новые дома появятся и в Сюльдюкаре, Айхале, Чернышевском, Алмазном и Арылахе. Программа переселения в нашем районе движется ускоренными темпами. Хочется поблагодарить правительство Республики Якутия, акционерную компанию «Алроса», потому что вообще эта программа планировалась реализовываться путем выкупа жилья у жителей, которые проживают в аварийных жилых домах. Благодаря тому, что правительство республики нас поддержало, руководство компании нас поддержало, мы приняли решение, что будем строить. В каждой квартире ремонт под ключ, отделка чистовая. Установлены счетчики воды и электроэнергии. В каждой кухне плита. Я очень рада, что все-таки районы не лишили, потому что я работаю в первошколе. Вот, и близко мне, мы, почему этот район-то и выбрали. И ребенок учится здесь же в первой школе. То есть нам очень район этот нравится. Мы к нему уже привыкли за 20 лет. Новое жилье ждет и других жителей района. Программа по переселению рассчитана на 5 лет. Стройки в Мирнинском районе продолжаются, а вручение ключей от квартир, похоже, становится доброй городской традицией.